состоится матч Кубка города Сум АРМФС «Динамо» против Сумы «Химпром» СДПУ.
вниманию. 2-3 апреля в Лихоатлетическом манеже УАБС пройдет финал чемпионата Сумщины Ассоциации развития мини-футбола «Сум» по футзалу среди аматорских команд. Приглашаем всех желающих принять участие. Жеребьевка пройдет 28 марта в 18:00 в пресс-центре ФЦ «Барса». 9-10 апреля в легкоатлетическом манеже УАБС пройдет кубок предприятий города «Сумы» АРМФС по футзалу. Приглашаем всех желающих принять участие. Жеребьевка пройдет 6 апреля в 18:00 в пресс-центре «Барса». Ассоциация развития футзала Сумщины выражает благодарность Федерации футбола Сумщины в лице президента Прохоровича Андрея Викторовича. Также благодарит наших спонсоров: интернет-магазин «Комп-сервис», сеть тренажерных залов «Айрон Хаус», компанию «Смачна кава», магазин футбольной экипировки «Футбол Профи». Все для футбола. Сумской государственный университет, а также телевизионный канал «Академия ТВ» в лице Михаила Асташевского. А также Ассоциация развития футзала Сумщины благодарит отдел «Усправа семьи, молоди та спорту» Сумской міської ради та особисто Веру Володимирівну Мотричко. Thank you.
«Динамо». Thank you.
командний фол команда «Динамо». Жовта карточка номер 78. Тетявкін Роман. Thank you.
Первый фол. Команда «Динамо». Желающих принять участие. Жеребьевка пройдет 28
16:00 в пресс-центре ФЦ «Барса». 9-10 апреля в легкоатлетическом манеже у АПС пройдет кубок предприятий города «Сумы АРМФС» по футзалу. Приглашаем всех желающих принять участие. Жеребьевка пройдет 6 апреля в 18:00 в пресс-центре ФЦ «Барса». Третий командный фол. From lovers to lovers.
Динамо, красная карточка, номер 20, Павренко Олег. Thank you.
карточка номер 17. Бойко Анатолий. Yeah.
first time.